Напряженными прошлые выходные выдались и для спасателей. В воскресенье честники информировали население о штормовых предупреждениях 45 раз. Из снежного плена они вызволили 22 единицы техники, спасли 62 человека, среди которых была и беременная женщина. Все подробности в материале Анжелики Сычевой. В выходные дни погода в Северном Казахстане вела себя непредсказуемо. Почти весенняя оттепель резко сменилась на буран, низовую метель и сильный порывистый ветер. Такая переменчивость природных явлений принесла немало хлопот пешеходам, автолюбителям и, конечно же, спасателям. Сложную ситуацию из-за снежных переметов мы наблюдали в северной части нашего региона, в таких районах, как Мажана, Жумабаева, Калыжарский и частично Таянчинском районе. То есть за прошедшие сутки прошло 4 происшествия, связанные с автотехникой, которые у нас находились в снежных переметах. Это у нас район Мажана-Жумабаева, в районе села Писаревка. В снежном перемете находилось порядка 20 легковых автомобилей. Из снежного плена там вызволили 57 человек. Аналогичный случай произошел в тот же день в 3 километрах от села Рощинского на республиканской автодороге Петропавловск-Нур-Султан. В заторе оказались 2 легковых и 1 грузовой автомобиль. В каждом находилось по 3 пассажира. Машины спасатели отбуксировали, людей эвакуировали по месту жительства. Оказывали помощь честники в прошлое воскресенье жителям села Шаховское. По пути следования навстречу нам шел мужчина 92-го года рождения. На встречу пешком получается. Мы его посадили в автомобиль и продолжили движение. По пути следования примерно в 9 километров от села Шаховское мы обнаружили автомобиль ВАЗ-2107 с 3 человеками внутри салона. Их эвакуировали и доставили в село Шаховское по месту жительства. Медицинской помощи они не нуждались. На обратном пути, возвращаясь из Шаховского в Петропавловск, спасателям поступил звонок от Акима Прибрежного сельского округа. В медицинской помощи нуждалась девушка на 9-м месяце беременности. Честники незамедлительно доставили ее в областной перинатальный центр. Анжелика Сычева, Рустам Тлеужанов, новости МТРК.